Всем привет! Очень вас рада видеть у себя на канале. Я сегодня дома, лечу Лизочка, она у меня простудилась немножечко, потому что у нас на улице, как всегда, очень холодно. У нас, в принципе, сентября уже очень холодно. Вот, и сейчас уже ноябрь наступил. И мы как бы так разговариваем с ней про то, что ну все уже, как сентябрь и октябрь, вот уже вот этот холод собачий, ну как-то все уже, вот как будто бы, ну больше не надо, это невозможно уже терпеть вот эти вот холода. А как представим, что еще и ноябрь, и декабрь впереди, январь, февраль, март, апрель у нас сейчас такой холодный, и май-то бывает такой холодный, а мы уже вот-вот за 2 месяца вот этого вот холода наелись. И прежде чем записать видео сазон, который я вам обещала снять, я его обязательно сниму. Просто что-то как-то у меня это времени немножко. То времени нет, то настроения нет. Я обязательно его сниму, не переживайте. Я просто сейчас переписываюсь с девушкой, которая познакомилась в больнице. И я-то сама, вот прям как в пятницу у меня закончилось лечение. Все, мне вот такую вот тут выписку тут выписали, да, и я прям пришла такая, да, там прочитала все, и такая думаю, ну это все понятно, мне тут в выписке самые главные слова понравились, я таких слов никогда вообще не видела. Она просто сейчас у меня спрашивает, что хоть нам кололи, я говорю, у меня написано, произведено лечение вазоактивно-анальгизирующее, ионостабилизирующее, аж на две строчки слово такое большое заняло. Вот, и она мне еще в субботу написала, Наташа, ты как себя чувствуешь? Я ей пишу, говорю, не поверишь, прям вот офигенно вообще, прям, говорю, летаю. Вот эти вот все дни, пока я ходила в больницу, я прям вообще как не своя была. У меня то вот пока капельницу делают вот здесь, вот прям вот в мозгу что-то хрустит. Я уж думала из-за того, что я однажды от своего любимого гражданского мужа получила бутылкой пепсиколы 1,5-литровые по лицу. Думала, может, здесь какое-то смещение произошло, или вот какой-то, там, я не знаю, там, что там, да, и вот сейчас вот там вот в сосуды все это входило, и как-то здесь распрямило, может быть, какие-то сосуды, но у меня вот здесь прям в голове как будто бы какой-то прям вот как пакет прям хрустел. В коленях тоже, вот где вот колено, особенно левое, я же вот на левую часть упала, у меня там тоже вот прям чувствовала, как у меня там прям в венах аж все вот так вот шевелится, да. И у меня вот в голове все эти дни было вот как будто бы вот как вот как болото у меня в голове, в глазах прям вот столько вот этой вот жидкости я прям чувствовала, вот они такие у меня тяжелые были, вот прям аж даже я аж ничего не видела, вот так вот прям мне нехорошо было. Но вот прям вот в субботу, когда я уже не пошла там ни на капельницу, ни на что, когда у меня уже все закончилось, я прям с этого дня, конечно же, прямо жила вообще, и так я себя обалденно прям чувствую, хорошо, легко. Я пришла такая, думаю, так, все, надо брать себя в руки, формировала себе эту, господи, как ее называют, пилюльницу. Думаю, все, надо это прям окрепнуть. Тут у меня, конечно же, нет, вот первое, что я пью, то мне пребиотики, вот от Калифорнии Gold Nutrition, вот эти вот лактобиф 30-ка, вообще они офигенные, конечно. Почему я их стала пить? Во-первых, ну, чтобы тоже вместе с Лизкой не заболеть, как бы антибиотики, фу, пребиотики я пью. Вообще, я и раньше вам рассказывала, что у кого плохой иммунитет, самое первое, что нужно делать, это заселяться антибиотиками. Фу, да что такое дурацкое слово ко мне это пристало, пребиотиками, прям месяц через месяц, месяц через месяц. А у меня просто такая вот фигня прям была вот эти вот 2 недели. Вот эта вот смесь, вот эта, которую мне делали, вот эту капельницу, да, вы не поверите. Я приходила домой, и меня прям аж до тряски, вот прям вот я так хотела есть, прям я могла прям в 12 часов уже макарон наесться с сыром, как в садике, помните, еще с этой, с кабачковой икрой, с луком,
вот это вот все сделать с маслом, вот эту кабачковую икру и макароны с сыром, либо какую-то булочку, вот мне нравится юмис, такую слоеную с кремом, вот прям ее вот наесться, либо ватрушку творожную, вот. Я вообще уже много-много лет вообще не завтракаю, никогда не хочу есть и вообще обожаю это состояние, потому что в течение дня мне нравится вот эта вот легкость от того, что я не ем. Мне нравится вот это состояние голода. Мне нравится то, что можно постоянно заниматься, делать вакуум, приседать, там какие-то движения, там делать статический на пресс. На все для этого мне, конечно же, нужен пустой желудок. Вот. И ем я не раньше, чем 4 часа дня, как бы, да. А тут вот из-за вот этой капельницы, вы не представляете, я прям 12 часов прям приходила домой, мне прям аж руки тряслись, вот как мне вот есть хотелось. И знаете, вот слава богу, что с субботы это прям все прекратилось. Вот как только в субботу мне перестали делать вот эту капельницу, я в субботу первый раз поела в 7 часов. Да, я домой пришла и вот поела в 7 часов с дочерью. Я поняла, что все, вот я думала уже ко мне вот это вот прилепится, вот эта вот история, которую я не очень, мне она нравится. Вот, потому что я вообще такая не булочная девушка такая, да, и как бы головой-то я прекрасно понимаю, что это не нужно ничего делать, но вот состояние у меня, конечно же, было такое не очень хорошее. И оно мне не нужное было. И вот субботы как бы все вот это вот прям сразу прекратилось, да. И я вот с утра, и я к чему еще? Лактобактерии я, во-первых, достала для того, что вот сейчас вот осень, да, чтобы не болеть, это раз. И потом, чтобы вот, ну, после вот этого моего двухнедельного вот этого вот чудо-зажора прийти себя тоже немножечко, помочь животику. И мы вот с дочком, она одну капсулу, я другую. Это на голодный желудок. Я вот сейчас с утра пью, просыпаюсь, да. Потом у меня здесь уже, потом я пью кофе со сливками. Потом у меня сейчас здесь идет, я так предполагаю, что у меня здесь лежит. Это у меня две таблетки Подуарка. Вот я сейчас тоже пью две таблетки Подуарка. Тоже вот она у меня заканчивается. Прям буквально немножечко на дне осталось. Вот Подуарка. Потом у меня вот здесь еще тут дальше у меня каприловая кислота от НАУ. Потом масло вечерней примулы у меня здесь капсула. Так, потом у меня здесь НАК. Вот, я сейчас еще пью НАК, у меня капсула. Потом у меня здесь должен быть чеснок. Рейши капсула. Еще что-то тут у меня лежит. Не могу вспомнить. Чеснок, рейши. Еще что-то положила. Сейчас не могу вспомнить вам сказать. Да, и вот 6 таблеток коллагена у меня сейчас, да. И потом вечером я прихожу, я допиваю сейчас дурацкий магний. Это вот самый дурацкий магний вообще. Я так люблю магний, но вот это вот, как это называется, растворимый вот этот вот, это самый дурацкий вообще магний, какой есть на земле. Вот никак его не допью вообще, ужас просто какой-то, не люблю вот его никак. И вспомнила о том, что у меня есть. Вспомнила о том, что у меня есть панты оленя. Вот. И достала его тоже, вот пью по две капсулы, прям с пятницы я начала на ночь выпить, потому что он такой прям, да, и укрепляющий, и силы дает. Вот, так что чувствую я себя сейчас хорошо, даже сегодня решила сделать блюдо, я делала индейку с каштанами. Вот. Это такое очень сложное блюдо, это индейка с каштанами в гранатовом соке. У меня есть, кстати, на канале такое блюдо. Вот тут одни каштаны почистить, целая история. Вот сейчас займусь этим. Очень вкусная еда. Давным-давно уже ничего не делала, ничего не хотелось. Вот хочу этим заняться сейчас. Но я к тому, что даже есть силы у меня сделать это. Да. И вот сейчас вот переписываюсь вот с девушкой, да. И она мне пишет, а ее выписали
Позавчера, да, позавчера. И вот когда она мне в субботу-то пишет, она говорит: ты как? Я вообще чуть живая, я еле до дома доползла после капельницы, прям обнимаясь с туалетом. А у нее, короче, то высокое давление, то низкое. У нее так скачет давление. Я ей пишу, говорю: Оль, я себя вообще офигенно чувствую, прям супер. Она говорит: да, а мы здесь, короче, нам всем здесь плохо. Мы думали, из-за погоды, а у нас здесь и снег пошел. Такая вот погода. Я говорю: блин, говорю, я, конечно, говорю, это сочувствую вам, говорю, но я вот прям вот с субботы, говорю, прям офигенно я себя чувствую. Вот, и она-то, конечно, вот ее даже уже выписали, она говорит: мне прям нехорошо. Вот, давление очень низкое, я, говорит, прям, говорит, по стенке хожу. А мне прям вот так вот зашибись. Но у меня как-то из-за того, что я, во-первых, и считаю, уже с пятницы начала свои БАДы принимать, и, во-вторых, я считаю, ну, сейчас же уже не хожу на эту безумную работу, на которой я работала. Я отдохнула, успокоилась. Считаю, мне даже не выписали никаких таблеток, ни от давления, ни от пульса, а потому что они мне не нужны, потому что я вам рассказывала, откуда вот это давление берется, откуда вот этот пульс идет. Да, самое главное, вот эту лишнюю нагрузку с себя убрать, и сразу все становится нормально. Вот, это мы с ней переписываемся сейчас, да. По телефону, кстати, очень много молодых людей. Там вообще в этом неврологическом отделении лежит. Вот в моей палате вот только вот одна девушка была. Она младше меня лет на 10. Это примерно так. Вот. И я вот сейчас вот хочу попить чай. Чай заварила. У меня Лизочек наконец-таки полюбила вместе со мной чай. Вот массалу, который я из Индии заказывала. Я заказывала масалу из Индии, и Сахёрб заказывала вот эти вот тулси, большую упаковку. Я вот эту масалу перемешала с тулси, и у меня так вот, ну, много получилось вот этого вот чая, вот органик Индия. Вот, обалденную, потому что так вот, ну, его пить, как он приходит, это так прям очень сильно насыщенно. А когда ты его перемешиваешь, вот побольше с тулси у меня здесь перемешалось, у меня, во-первых, много баночек его получилось. Ну, сейчас уже, конечно же, немного, сейчас уже все трындец закончилось. Вот. Вот здесь у меня был дарджилинг, он, конечно же, закончился, там тоже вот масала. Здесь у меня был тулси джинджер, он тоже, конечно же, закончился, там тоже масала. Вот у меня немножечко еще вот с розой остался. Вот. Так вот он такой вот, такого чистого цвета, светлого. Вот его у меня немножечко. Ну, а слава богу, эти, как их называют, посылки из Индии можно заказывать. Там ничего не произошло, ничего не случилось. Вы, кстати, заказываете посылки из Индии? Я вот еще с тех пор, как заказала масло топленое, буйволицы, я заказываю. Я больше не делала заказ. Мне так вот прям вот до тошноты вот это вот как-то я прям не могу прям вот. Мне прям вот это вот состояние, вот это то, что посылки вот эти вот задерживаются. Кстати, по поводу посылок, мне из ДЭКа пришло сообщение, что мои посылки отправлены. Так что скоро мы с вами и посылки из ДЭКа получим. Я это видео тоже обязательно сниму, расскажу вам. Очень, очень интересные истории, да, про СДЭК. А с Маинди я больше ничего не заказывала. Но вот у меня, считай, чаи и Сайхерб все заканчиваются потихонечку. И из Маинди вот так вот потихонечку тоже заканчиваются чаи. Поэтому я сейчас вот эти вот посылки получу и из ДЭКа, из Глобал Почты. Потом я еще со Смола все-таки заказала посылку. Потому что у меня есть БАДы, которые закончились, а я вообще даже не представляю, как без них вообще вот, ну, в нашем мире жить, как вот, вот сейчас вот не могу даже представить себе. Поэтому на Смоле я вот тоже сделала заказ. Тоже вот получу его, тоже вам о нем расскажу. Вот. Так что вообще, для чего я видео-то хотела снять? Я к тому, что вот пятница, она у меня так вот сложилась, что это был мой последний лечебный день, что я как раз-таки выложила вот это видео, которое стеснялась, честно говоря, выложить, потому что
какое-то такое двойственное всегда ощущение, что вроде бы его нужно выложить, а с другой стороны, ну вот, ну чё вот позориться, да, лишний раз. Все же прекрасно понимают, что все любят какие-то веселые, красивые, интересные видео, там, да, там, с лучезарными красивыми людьми, там, а вот такое же все никто, конечно же, не любит. Но я, честно говоря, вообще прям как-то из-за того, что у меня вот в пятницу все это случилось, и видео я все-таки это решила выложить, потому что я такая девушка не робкого десятка, да, я любой хейт могу вынести, там, мне вообще не это, не страшно, что там люди про меня пишут, но я была удивлена, какое количество вообще все-таки осталось добрых, умных, отзывчивых и позитивных людей на моем канале. Вот потихоньку вот эти вот люди от меня отваливаются, и тем не менее, вот благодаря вот этому видео у меня даже ко мне приплюсовалось там 18, что ли, человек в подписке приплюсовалось, вот к чему я, конечно же, несказанно рада. И так странно. Вроде в видео не было ничего интересного, но вот оно кому-то все-таки, как я и думала, оно кому-то все-таки было больше полезно. Вот это видео для понимания каких-то вещей жизненных. И хотела вас всех, прям вот всех до единого, кто посмотрел это видео, кто не пожалел добрых слов, вы мне столько пожелали хорошего, доброго, приятного, что я вот даже вот, я вам про что и говорю, что и последний день у меня был, и закончила я лечение, и выложила видео, и столько приятных, добрых слов получила в этот день, что не представляете, у меня вот прям вот все спазмы в мозге вот от прочитания, прочитание вот этих вот ваших комментариев, у меня аж все спазмы в голове прошли. Доброе слово, оно ведь и киски приятно, никуда этого не деться, поэтому вам вообще всем низкий поклон за все вот эти добрые слова, которые вы в мой адрес сказали. Я и так-то знала, что вы у меня самые классные, а уж теперь-то и подавно это все понятно. И еще хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые поддерживают мой канал любыми средствами, любой сумме я рада. Это тоже, конечно же, для меня такая большая помощь, потому что я помню, как у меня были подписчики, которые мне писали, как это называется там, как только меня эти чудо-комментаторы не называли, и поберушкой, и попрошайкой, и кем я только не была, и тем не менее, есть люди, которые прекрасно понимают, что контента сейчас вообще очень мало на YouTube, вот, например, да, телевизор я не смотрю, вот ладно, хорошо, вот, скажи, Гордеевой выпускает видео, но у нее же тоже вот реклама, она же не выпускает вам видео просто так, у нее очень много спонсоров, которые ей платят, и она вот, например, вчера с Андреем Данилкой смотрела прекрасное видео, да, Собчак вот наконец-таки про вот эту иркутскую историю рассказала, да, вот я давно ждала, что вот это вот все расследование произойдет, чем там кончится, про мальчишку, на которого повесили убийство девушки, мне так вот тоже было интересно, чем там эта история закончилась. Потом я про Мерлин Монро смотрела, кто, как вот эта вот девушка-то еще называется, это тоже как вот, как Гордеева, только вот вторая, что-то мне сейчас вылетело из головы, вот тоже я смотрела видео про Мерлин Монро, да, вот какую жизнь она прожила, такая красивая женщина, а была ли она счастлива, да, и вот почему не получилось у нее, да, вот это вот, быть счастливой, вот тоже покончила жизнь самоубийством, вот смотрела вот это видео. Короче, не так много контента сейчас в YouTube, который, в принципе, можно посмотреть, да, потому что, ну, понятное дело, что это же все ресурсы, правильно? Вот, и то, что вы, есть люди на моем канале, которые меня хоть немножечко, но поддерживают, вам, конечно же, большое спасибо, мне это очень приятно, мне это очень приятно. Я очень рада сейчас, да, что не удалила тогда свой канал, что я
как-то продолжила вот это вот все делать, да, потому что я не знаю, как вам, вы, конечно, пишете, что вам это тоже очень нужно, но вот как я сейчас чувствую, даже мне это тоже вот очень помогает, это как своеобразная тоже, конечно же, терапия, вот этого всего проговаривания, потому что в жизни, вот у меня, например, сейчас, мне и так-то из-за того, что я вышла на другое вот понимание себя и жизни, у меня и так-то вот благодаря тому, как я жила, очень много от меня людей отвалилось, и я в этом видела большой плюс, потому что я уже так не жила, как вот эти люди, да, я уже не думала вот так, как они думали. Я не смотрела телевизор, я не обсуждала людей, я не говорила о болезнях, да. Я была спортивная, я была красивая, я была молодая. Вот, и я совершенно другой жизнью стала жить вообще, как она вообще вот выглядит. И поэтому та небольшая часть людей, которая вообще в принципе у меня в жизни была, она отвалилась от меня, да. А уж сейчас вот благодаря вот этим вот действиям, которые происходят в мире, и то, как это вот это все у нас сейчас здесь происходит, в России, еще и вот практически все вот остальные люди, они тоже от меня отвалились, потому что я не понимаю, например, как с ними можно общаться после того, когда ты узнаешь, вот, например, да, об их позиции. Я с такими людьми не могу, вот, к сожалению, общаться. Вот, поэтому получается, что мне и так-то немного было близких людей мне по духу. И вся основная масса, она такая была больше в Инстаграме и больше в Ютубе. Как бы вот у нас были такие вот общие интересы, да, вот у людей. А уж сейчас-то вот и тем более их не так много, этих людей. И для меня это, конечно же, как и для вас, тоже определенная терапия, вот этот вот диалог и вот это вот понимание, оно, что такие люди, они тоже есть, и они все это точно так же понимают, чувствуют. Даже вот мне вчера погрело душу то, что вот вы мне там некоторые писали там, что у вас там траур, там у вас кто-то умер, там, да, вот такие вот вещи, почему вы ходите в черном, так нельзя. А вчера вот я смотрю интервью Андрея Данилки, он тоже говорит, что когда наступила эта вот война, да, что он вообще раньше не носил черный цвет, но он понял, что он не может сейчас, вот он одевает вот то, что он раньше одевал, и он не может в этим выйти на улицу. И вот как вот я вам рассказывала, что я точно так же, вот столько у меня разных вещей красивых было на лето, на весну, но я вот их одевала и поняла, мало что я понимала, что я не могу в них выйти на улицу. Вот эти цвета. И я вот одевала черные штаны, черную футболку, черную олимпийку. И я выходила и шла. Вот с этим цветом я могла идти по улице. И у меня до сих пор вот это вот все, оно не отвалилось еще до конца. И вот этот человек, когда вчера рассказывает, что у него все черное, и маска черная, и даже кепка черная, он говорит, я вот одну и ту же одежду, я не могу, говорит, сейчас вот ходить в другой одежде, вот, ну, я не могу в другой одежде выйти на улицу, вот как-то вот в этой могу, а в другой не могу. И я к тому, что вот эти вот видео, они нам всем помогают именно понять, вот что даже, вот что с тобой происходит, да, как вот это откликается у других людей. И это в любом случае важно. И эти видео, как получается, вот если бы я, например, не снимала их, да, неизвестно еще там, хорошо было бы это или плохо. И вот то, что я снимаю тоже. Но для меня вот это вот больше хорошо, чем плохо. Вот как я сейчас вот это вот ощущаю, да, и очень рада, что и вы мне тогда все писали, что не надо, Наташа, не удаляйте, выходите хоть с чем, мы рады вас и видеть, и слушать, и вы нам приятны. Вот, а мне, конечно же, никак не хотелось. Я, если помните, я практически в каждом видео рыдала, да? Вот, о чем не начни говорить, сплошные рыдания. Вот. Сейчас у меня получается так, что я вам целую банку вот этой вот ашваганды выпила, которую мне
Леночка из Москвы прислала. Кстати, вот здесь вот ашваганда, она не в чистом виде, как я раньше пила, а здесь такой комплекс. Здесь радиола, ашваганда, лаванда и элеотерокок, что ли, какой-то вот комплекс. Здесь, короче, вот несколько вот этих раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь наименований, вот этот вот комплекс. Он мне гораздо больше понравился, чем просто я раньше ашваганду попила. И я вот прям вот сейчас вот успокоилась. У меня нет такого, что я вот прям вот даже вот про что-то начинаю думать, и у меня прям слезы льются. Я вот в те два месяца вот я рыдала каждый день, не по одному разу в день. Вообще от всего. А сейчас вот я даже спокойно с вами разговариваю. Да, есть ощущение такое, что у меня голос садится, когда я эти вещи вспоминаю. Но тем не менее, как бы вот так вот, ну, взреветь я сейчас не могу. Вот эти вещи, вот, они... Слава всем людям, у которых нормально все в голове. Вот, и все с критическим мышлением, и вообще с мышлением все нормально. Вот. Поэтому вот такие вот вещи, что я хотела сказать еще. В принципе, все, наверное. Свою благодарность я вам выразила. Всех вам благ я тоже желаю. И давайте увидимся обязательно еще здесь у меня на канале. Поддерживайте меня и добрым словом, и лайком. Я вам очень признательна и благодарна. Все, до новых встреч. Давайте, пока.